Доброе утро. Мы покинули наш альберг. Сейчас идем на границу этого города. Ой, я опять забыл, как он называется. В общем, в альберге было, конечно, хорошо. Вчера был еще праздник. Вчера там было весело. Атмосфера хорошая. Сам бар хороший. Хозяева крутые тоже. Доброжелательные такие. Короче, там красиво, уютно. Можно действительно как бы отдохнуть. Позавтракали мы сегодня. Дороговато, правда. За 10 евро 40 копеек. Но нам дали такую большую тортилью. Вот как бы вдвойне больше, чем дают обычно в барах. Апельсиновый сок и кофе. Ну, это все на двоих вышло, короче, 10.40. И мы пол тортии съели, и там еще кусочек хлеба такой был большой, такой поджаренный. Мы пол тортии съели, и пол тортии забрали с собой на обед. То у нас, получается, и завтрак был, и кусочек обеда будет. То, в принципе, как бы и дороговато. Ну, а если покупать в итоге в дороге что-то, то на то и выходит. То вроде бы как уже нормально. Сегодня нас ждет 30 километров. Мы идем в Понферрадо. Понферрадо, да? Угу. 30 километров. В общем, это наши первые 30 километров. Надеюсь, все пройдет хорошо. Так что увидимся чуть попозже. Сразу как мы покинули город, нас подстерегал подъемчик. Такой сразу бодрящий. Чтоб мы не заснули в дороге. Немножко так чуть-чуть подзахекались. Походу мы попали в джунгли. Дорожка так хорошо заросла. Хорошо, что это не крапива. Ну, ладно, капец. За нами такой красивый рассвет. Фух. Боже мой. Боже, что даже дышать тяжело. Без 10.8 прошли уже в районе 2 километров. Ну, в районе, это уже больше 2 километров. Подъемчик был такой немножко тяжеловатый. Хочется даже немножко отдохнуть, но лучше продолжать путь, потому что если станем, отдохнем, как-то уже расслабимся, я думаю, сильно. На улице очень довольно-таки тепло. Вчера даже было холоднее. Я думал, мы сегодня будем подниматься, будет холодно. Нифига. Спина уже мокрая, боимся раздеваться, чтобы не простудиться. Пойдем. Пошли назад. Подстерегаем ту грязюку. Разделись, нам стало очень жарко, поснимали кофты, реально очень сильно вспотели, и мы заходим сейчас в такую низину, тут вроде ветер есть, но меньше, чем наверху. Надеюсь, что не простудимся. Первый городочек Понсебадон,
не захотели идти и правильно сделали. Во-первых, там один альберг, может их два, конечно, но там знаю точно, что один. И все о нем не очень хорошо отзываются. И если бы мы вчера еще сделали 5 километров от того города, что мы как бы остались, мы могли просто не успеть занять места. И очень сильно пустали. И не попили бы бесплатного вина. И не поели бы бесплатных печенек. И не послушали бы прикольной народной музыки. И прикольных народных танцев не посмотрели. Искали, но высвечивалось только на карте только один альберг. Но мы сейчас видим четко, что их здесь два. Поскольку мест я не знаю, но один примерно что-то там от 35 до 37, а второй я не знаю. Помимо двух альбергов, мы еще один нашли, третий. Хватает, короче, альбергов. Уже 4 мы нашли. В общем, может даже и 5. Да, тут такой маленький очень поселочек. В основном 2-3 кафешки, альберги и такие сувенирные магазинчики. Одна корова тут ходит, может, другие куда-то ушли пастись. Ну что-то здесь особо и хозяйства нету, как-то так странненько и пусто. Которые ездят на маршрутке, они ходят пешком. Прошли 6,5 километров. Для такой, в принципе, нелегкой дороги это, в принципе, нормально. Крест, о, пришли. Под который ложат камешки. Да, но почему тогда в музее мы когда заходили, в музей де Камино, там тоже была фотка вот этого вот креста, но крест стоял у них в этом, в музее. Ну там верхушка этого, этой палки, этого шеста, а на верхушке крест. Может, и мы в музее видели этот крест, и скорее всего в музее то стоит типа оригинал, а здесь поставили как бы копию, чтобы никто как бы, ну, скорее всего, не украл. Ну, что хватает инвалидов, которые портят исторические такие, не знаю, достояния.
памятники. А говорят, на него подъем очень-очень тяжелый. И как бы это с одной стороны правда, до него не очень легко добраться. Но нам, в принципе, удалось это довольно-таки просто. Ну, людям уже... Кому просто? Да ну, в принципе, нормально. Ну что, ты прям сильно умерла или что? Людям, у которых уже, не знаю, силы не те, возраст не тот, то для них это, скорее всего, действительно тяжеловато. Но так ничего, нормально. Вот он этот. Круз де Ферро. Многие тут очень фотографируются, почти не многие, а все. И мы здесь попробовались. Еще оставим камешек, который мы несли с Леона. С дома мы ничего не принесли, но мы начали свой путь с Леона. Поэтому мы в Леоне нашли камушек и сюда его несем. Мы напишем здесь наши имена. Надо съезжать по камину, если есть рядом дорога, на велосипеде съезжать. Многие ездят по той же дороге, по тому же типа как бы пешеходному пути, где идем мы, они едут сзади, 3-4 велосипеда с сумками, иногда даже палки торчат, их практически не слышно, потому что ну велики тихие, с амортизаторами, со всеми делами. И пока они до нас аж не подъезжают, мы их не начинаем типа слышать, и пока они типа не кричат там что-то типа пропустите и туда-сюда, мы их не видим и не слышим. Хотя рядом вот идет дорога вдоль нашей дороги, в общем тот же самый путь, но только для велосипедов. Зачем ехать по пешеходному пути, если рядом есть нормальная дорога для велосипедов? Я не понимаю. Зая, аккуратно, тут мина. Если вы почувствовали, что вам попал в кроссовок камешек или что-то такое вам мешает, не терпите. Все, вот так вот сразу же останавливайтесь и проверяйте, потому что потом будет хуже. Потом этот камешек или какая-то там веточка или иголочка или еще что-то намозолит вам такую, такой мозоль, будет вам потом еще больше проблем. Вон камин. Телефон здесь связь не ловит, пишет только экстренные вызовы, так что здесь даже не пытайтесь поймать интернет или вообще кому-то позвонить, тут только экстренные службы. Тут донативо, типа ложишь, сколько можешь и берешь. А что брать? Тут что-то нечего брать, но может типа просто это надо ложить. Десять часов утра, мы уже прошли почти 10 километров, нам не хватает там 300 метров, чтобы пройти уже 10.
принципе, все нормально. Не слишком устали, но и особо не болят. Настроение хорошее. Идем дальше. А это, кстати, очень интересное место. Тут как бы тоже альберг есть. Тут можешь, по-моему, бесплатно жить. Но условия очень такие, очень не очень. И тебя тут могут просто поселить где-то в каком-то сарайчике. Туалет на улице. Не знаю, воды тут, по-моему, даже толком нет. Тут, по-моему, колодец или что-то такое. И здесь часто оставляют свои флаги. Хозяин берет твой флаг, вешает. И, в общем, тебе приятно. Сейчас зайдем, посмотрим, что там. Можно также купить какой-то водички, попить пиво, что-то поесть. А это все как бы пожертвовали. Таня? Наверное. Также мы здесь поставим сейчас печать себе. Даже две печати, да? Даже две печати. У тебя расчет. Короче, атмосферное такое место. Немножко такое оно мрачноватое, но душевное. Такое оно с какой-то вот, не знаю, какой-то такой магией внутри пилигримовской. Понимаешь, что там было очень много народу, много очень лет туда заходят люди. Что-то оставляют, что-то берут. Некоторым это место очень помогает, некоторых кормит. Нормальное, прикольное такое местечко. По асфальтной дороге, но мы ходим по такой официальной дороге пилигримов, по которой вроде бы как сложнее идти, но все равно перед нами мужик шел по асфальтной дороге, мы пошли по другой, вот этой каменистой, и в итоге мы его догнали. Он перед нами сейчас идет, но по асфальтной дороге уже. Вот таких два альтернативных пути: по асфальтной дороге и по каменистой. Выбирайте сами. Многие едут с колясками, с детьми. Как многие. Я, конечно, преувеличил чуть многие. Мы видели двоих. Но я думаю, это как бы не единственные, не первые, не последние. И на велосипеде лучше, конечно, проехать по асфальтной дороге. Ну а пешеходам я рекомендую идти по каменистой.
во-первых, это камино, а во-вторых, по дороге ездят машины. Довольно-таки много и довольно-таки быстро. И не дай бог что-то случится. Будет, короче, не очень хорошо. Очередное такое место памяти. Памяти кого-то. Памяти чего-то. Символ камино. В этот раз расходятся два пути, Понферрада довольно еще далеко. Можно идти по асфальтной дороге, как этот пилигрим довольно-таки уже взрослый. Или, как мы пойдем направо по этой дорожке. Не по асфальтной, а та, что здесь идет. Как нам показывает стрелочка, надо идти на эту дорожку. Это надо видеть прям своими глазами. Очень красиво. Я не знаю, видно или нет, но там четко видно, как облака укрыли горы. Они так на поверхности лежат таким одеялком. Очень красиво смотрится. Да, мы работаем. Дорогу мы здесь такую откопали. Довольно-таки непростую. Но это даже интересней. А то вдоль трассы как-то идти не очень. Перегнали нас два. Даже если честно не знаю. Они китайцы или корейцы. Мы их даже. Ну, да, мы их пропустили, но они с нас все равно перегнали. Если бы не перегнали, мы им мешали, короче. В общем, ох ты, я чуть не упал. В общем, они довольно-таки быстро идут. У одного рюкзачок такой небольшой, у другого побольше. Даже, если честно, непонятно, подвозит их кто-то или они действительно сами идут. Я думаю, что они сами. Ну, тут, по крайней мере, с большим рюкзаком он сам идет. Красотень, красотень. Очень красиво. Ух ты, стрелочка. Кстати, стрелочки сейчас встречаются очень редко. Мы подумываем, короче, зайти в город, ну, в который мы идем, и найти там какой-то магазин, где можно купить маленький баллончик желтой краски. И, скорее всего, если мы найдем, мы купим и будем, короче, обновлять эти стрелочки, потому что их реально уже очень плохо видно, их никто не обновляет. Ну, блин, их плохо видно, короче. В таких центральных дорогах, городах, а вот в таких вот этих... тропинках нет, и иногда путаешься, не знаешь, куда тебе идти. Оно интуитивно когда понятно. Оно интуитивно. Меня слышно? Слышно, наверное. Догоняй. Оно интуитивно понятно вроде бы, куда идти. Но вот, чтобы точно знать, куда идешь, конечно, хочется опираться на стрелочки и указатели. Большой город, не знаю даже, как он называется. Возможно, это наш, возможно, мы в него идем, возможно, нет.
Сейчас мы спускаемся. Довольно-таки крутой спуск. Немножко даже опасно. Можно так немножко ногу подвернуть. Будет больно. Так что надо следить за этим и аккуратненько, потихоньку спускаться и смотреть под ноги. Некоторые тут даже к камину бегают с рюкзачком, с полотежком и побежал. Только что я заметил, что в самом начале мы шли, было довольно-таки много пилигримов. Впереди и сзади догоняли, перегоняли, и мы перегоняли людей. А сейчас что-то вообще никого ни впереди, ни сзади. Все как-то дружно так растянулись и разошлись по разным, не знаю, местам как-то пооставались. Кто-то перегнал очень быстро, кто-то сел на автобус, наверное, поехал дальше. Сзади тоже особо никого не видно. Видели двух парней, они сидели. Перекусывали, а мы пошли дальше. Я не знаю, как вам передать, камера не передает, конечно, этого, но спуск очень такой крутой. Спускаемся потихоньку. Спускаться опять очень неудобно. И, блин, много камней давит в подошву. Как-то так пытаешься спускаться потихонечку. Виды, конечно, очень красивые. Виды очень красивые, не знаю, на какой мы высоте. Подходим к городку маленькому Эль Асебо де Сан Мигель. Где-то здесь хотим остановиться и перекусить. Скорее всего, будем есть нашу еду. У нас еще есть кусок тортии. Есть у нас, короче, у нас там помидор есть, персик есть. Должно хватить. Может, кофе где-то купим, кофе и все. Сели перекусить рядом с церковью, тут маленькой такой, и рядом еще альберг. Сели перекусить, потому что здесь классное место, здесь тенечек, а впереди у нас еще 15 километров, надо чем-то подзарядиться. Полпути прошли. Полпути мы уже прошли, мы молодцы, чувствуем себя отлично, по крайней мере я не знаю, как ты себя чувствуешь? Нормально. Говорит, нормально себя чувствует. Я себя вообще отменно чувствую. Вчера было намного как-то мне тяжелее и хуже, но сегодня ничего так. Мне нормально. Отдохнули мы, плотно пообедали, довольно-таки плотно, и отправились мы в путь. На выезде с этого городка, там много очень стрелочек, которые показывают направление, мы вышли с них и идем теперь по вот такой вот дороге, которая очень-очень
близко находится к трассе. Другого пути нет. Скачанная моя карта показывает именно этот путь. Других путей, тропинок мы не видели, не видим. Так что будет видно, когда закончится эта дорожка и начнется более-менее такая безопасная. Ю-ху! Ланкамино! Иногда промелькают такие мысли в голове мимолетные. Для чего вообще это все делается? Почему мы взяли это все в рюкзаки, одежду? Все бросили. Ну, не все бросили, взяли отпуска, насобирали денежку, все дела, все спланировали и вышли. Иногда просто думаешь, зачем? Неужели дома не сиделось? Поехали бы куда-то на море, на пляж. Бежали бы себе, загорали. Вот интересно, вот почему? Что движет человеком, когда он собирается это делать? Вот, собирать вещи, рюкзак и идти неизвестно куда, чтобы посмотреть красивые виды.